Уважаемый Павел Леонидович, от всей души поздравляю вас и восклавляемый вами коллектив с юбилеем. За век своего существования Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудамино стала современным просветительским центром, ведущим большую культурную и образовательную работу. Сотрудничать с библиотекой иностранной литературы для посольства Норвегии всегда большая радость и честь. За последние годы мы совместно с Центром детской книги библиотеки провели встречи с такими известными норвежскими писателями, как Рюне Бельсвик, Мария Парр, Бьёрн Рёрвик. Рады были поддержать конкурс среди юных переводчиков, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и полярным исследованиям. Будем рады сотрудничать и впредь, не только в области детской, но и взрослой книги, проводить встречи с норвежскими писателями, организовывать презентации книг норвежских авторов, выходящих на русском языке. Всегда открыты для встречных предложений о сотрудничестве. Пользуясь случаем, хотел бы вручить в подарок библиотеке книги выдающихся современных норвежских авторов. Для взрослых читателей библиотеки, изучающих норвежский язык, хотел бы рекомендовать графическую биографию Эдварда Мунка. Ее создал талантливый писатель и художник-иллюстратор Стефан Квернеланд. Квернеланд – лауреат многих литературных премий. За биографию Мунка он был награжден престижной премией Драги. Внимание юных читателей библиотеки предлагаю также издание двух замечательных авторов на русском языке. Во-первых, «Снежную сестренку» Майи Лунде. Эта трогательная рождественская история буквально обошла весь мир. Книга издана на 26 языках, а в Норвегии стала настоящим бестселлером. Ее автор Майя Лунде тоже лауреат многих литературных премий, в частности, премии норвежских книготорговцев и премии Бьёрнсона. 2021 год – воистину год юбилейный. В этом году отмечается 160-летие со дня рождения великого Фритьофа Нансена. В этой связи мы хотели бы преподнести библиотеке детскую книгу Бьёрна Аусланда «Как стать героем-полярником. Учись у Нансена». Эта книга – прекрасный источник творческих заданий и увлекательных игр для детей. Надеемся, что она послужит библиотекарям хорошим материалом для познавательных занятий с юными читателями. Желаю библиотеке дальнейших успехов и творческих открытий.